Наконец-то я тебя нашел. Тирель, да. Да, теперь я узнаю тебя. Конечно же, ты скрываешь обличье. Я... Они все видят. Я так долго искал тебя, Мариус. Уже начал думать, не прячешься ли ты от меня. Прости меня, Тирель, прошу. Я не виноват. Не виноват? Скажи мне, Мариус, кто же тогда виноват? Странник. Да, это... Это все странник. Кажется, что те дни в цитадели были так давно. Я хотел спастись от воспоминаний среди других изгоев, высоко в горах, за восточными вратами. Чего изволите? Я гнал от себя сон по несколько дней кряду. Ведь во сне возвращались воспоминания о монастыре и о тьме, которая его поглотила. Сны, воспоминания, грань между ними стерлась. Неужели зло из моих снов шло за мной по пятам? Как он нашел меня? Этот сломленный, изможденный человек, с трудом волочащий за собой меч. Неужели он и есть тот ужас, от которого я бежал? Казалось, он тоже пытался обуздать своих демонов. Но не мог. Смотрел вокруг и все сильнее убеждался, что я сошел с ума. Этот ужас, эти разрушения, это зло, чем как не безумием их можно было объяснить. Кто породил этих демонов? Мой разум или сам странник?
Почему я пошел за ним? Не знаю. Можно ли отыскать смысл в снах? Знаю лишь, что когда он позвал меня, я подчинился. И с той поры мы шли вместе на восток. Только на восток. Наш путь лежал на восток, через горы, бескрайние пустыни разоренных земель. Шли дни, и мой спутник поведал свою историю о том, что когда-то он был великим воином. Но теперь жуткая тайна тяжелым грузом давила на него. Целую вечность мы шли через бесплодную пустыню. Как долго? Я сам не знал. И всюду за нами будто следовало темное облако, зависшее над горизонтом. Но вот мы преодолели последнюю гряду. Внизу лежала наша цель. Сияющий, как самоцвет, город Лут-Галейн, а за ним великое море. В ту ночь мы устроили привал. Может, дело было в теплом ветре или шуме океана, но впервые за много недель я заснул. Вернулись и сны, но на этот раз чужие. Мне пригрезился великий маг Тал Раша. Ты тоже там был, Тирель. Я помню тебя в том сне. Другие маги поймали могущественного демона Баала, владыку разрушения, ворвавшегося в наш мир. Они пытались заточить его в священный камень. Тщетно. И тогда Тал Раша пожертвовал собой. Его тело стало живой тюрьмой для Баала. Он приказал замуровать себя в гробнице глубоко в песках, где он будет бороться с демоном до конца времен. Теперь ты знаешь, чего я ищу. Это мой брат. Спи. Мы двинемся на рассвете. На утро мы спустились по тропе к Лут-Галейну. Тогда я еще не знал, какие ужасы меня там ожидали. Мой спутник глубоко вдохнул холодный сырой воздух гробницы. Он будто придал ему сил. Я стоял у входа на границе света и тьмы. То, что осталось от голоса разума, умоляло меня не входить. Но это был уже едва слышный шепот. Чем глубже мы спускались в гробницу, тем заметнее становились перемены в моем спутнике. Он обретал силу на глазах. Я почти ничего не видел во мраке, а он шел будто по знакомой тропе. Наконец мы очутились в огромном зале.
понял. Не силы возвращались к страннику, а последние остатки человеческой сущности покидали его. Он ринулся вперед с дьявольской скоростью, а потом явился ты. Стой! Никто не вправе выпускать это чудовище на свободу, даже ты! Ты только что обрек весь мир на гибель. Ты даже представить себе не можешь, что натворил. Иди на восток, в храм света в Курасте. Там перед тобой откроются врата в преисподнюю. Преодолей страх и войди, Мариус. Отнеси камень в адскую кузню и уничтожь его там. А теперь беги. Бери камень и беги! Я выполнил твой наказ, Тираэль. Я нашел Закарумский храм. И в самых потайных его глубинах собрались слуги тьмы. Странник, с которым я путешествовал. Тал-Раша. И само великое зло. Несомненно, то был владыка ненависти Мефисто. Я услышал голос, что тысячу игл пронзил мое сердце. Братья мои, наконец мы встретились вновь. Врата готовы распахнуться, и близится час нашей безраздельной победы. Откроется путь в преисподнюю. Да возродится некогда покоренное зло. Да будет он ходить среди невинных в обличье человека. И ужас пожрет всех живущих на земле. Небеса прольются огнем. Воды обратятся в кровь. Праведные падут перед грешниками. И содрогнется мироздание при виде пылающих знамен преисподней. Я видел то, что не должен был видеть ни один смертный. Врата разверзлись. Младший брат мой, прими же свой истинный облик. Thank you.
Позднее я слышал, что его победили. А все камни души уничтожили в адской кузне. Кроме одного. Я не смог, Тирайль. Я не выполнил твоей просьбы. Я не вошел в те врата. Прости меня, Тирайль. Прости. Мариус, отдай мне камень, и будешь прощен. Отдай камень, Мариус. Бери. Наконец-то мои муки окончены, Тирайль. Смотри, во что он меня превратил. Не вини себя, старик. Ты сделал все, что от тебя требовалось. Вот только я... не Архангел Тирайль. Бал? Нет. Ты поступил верно, Мариус. И за это я тебя награжу. Чем я так прогневал судьбу? Врата Сичерона стоят здесь испокон веку.
и ты через них не пройдешь. Уводи прочь своих грязных демонов. Мы верны свету. Ни за что не взойдешь ты на пик Ариата. А то, что ты ищешь, не станет твоим. Хватит! Дай мне время обдумать твою точку зрения. Боюсь, твои условия неприемлемы. Я могу быть полюбить, что я могу быть полюбить.